движение для выведения из равновесия. Руки постоянно перед собой. Вот ваш вот треугольничек этот, перед собой. Здесь это короткий шаг. У всех практически. Чем меньше народ, тем короче шаги, я смотрю. Должно быть все наоборот. Это длинный выпад идет. Купюхов встали в позицию. И центром откатились и дали посыл на то, чтобы и партнер пошел назад. Вот после этого поворот. Но поворот здесь руки. Если, ну, детей, наверное, это не касается, а начиная хотя бы со второго кью, смотрите вашего партнера, должны его чувствовать и помогать вашему партнеру. Если я при выполнении этого упражнения руки забросил назад, он мне должен это показать, что я уже ничего отсюда не сделаю, уже я отдал инициативу. Постоянно вот с этой вот точки, когда мы бросили назад партнера, здесь руки проносим, это здесь позиция, не назад, здесь перед собой, здесь, здесь, здесь. Контроль на протяжении всего движения идет. Инициатива на протяжении всего движения. Я не должен давать партнеру никакой возможности. Позиция выполняется. Движение руками. Ближняя, та рука, которая обычно тенкам у нас, если представить, что мы, да, захват кота Тодори делаем, выполняет тенкам. Четко совершенно, без всяких вниз, вверх, в сторону, ничего не надо. Четко по руке. Четко продолжаем линию его руки. Все. Никаких больше движений. Вторая рука. Кокюхо. Поднимаем локоть партнера. Вот эта позиция должна быть. Вот две руки отрабатывают вместе вот эту форму. То же самое. Держим перед собой все. Перед собой. Все время в натяжении партнер находится. Выведение из равновесия. Встали. Раз, два. Посчитали. Убедились, что вы не теряете, что ваша общая фигура не теряет равновесия, никуда не заваливается вправо-влево. Посчитали, вот до двух минимум досчитать про себя. Тогда разошлись и в следующую строчку встаем.